ладно, я вспомнил. Ой. Слышишь, нет? Это несколько загадаю, но пока ищем, да? Ну да, давай. Смотри. Может ли дождь лить 2 дня подряд? Это с подъёбкой загадка? Ну, я таких слов не знаю. Да ладно. Я Нет. культурный человек. Ну почему не может? Потому что начало день, потом ночь. Ну что ты врешь, ты знала? Нет. Да не ври, да, да, конечно. Я знаю просто все такие загадки с подъёбками. Да, конечно, ты что, да. Ну ладно, давай следующее. Давай. Ну смотри, вот ты какой рукой чай размешиваешь? Ложкой. Тоже, да, тоже знала, не знала, да? Да это все загадки с подъёбками, блин, ну это понятно сразу. Да, конечно, ага, ага, ладно. Какой узел нельзя развязать? А это она не знает. Морской. Эх ты, бронишка. Нет. А что такой? Mm. Транспортный. А есть такие? Ну, морской это тоже нельзя развязать. Транспортный. Ну, транспортный узел называется. Где поезда ездят. Mm. Смотри, еще. Почему небо не падает? Не знаю. Ну, это же легкая загадка, сама же говорила. Ну, тебе не будет предположений? Ну, у меня слишком такие замудренные. Некультурные, да? Не, замудренные. Ну, говори. Потому что птицы летают. А. Поняла, нет? Да, да, да. Вот это я мастер юмора. Ох! Ладно, еще одна загадка есть. Давай. Что говорит рыба, если ее ударить электрошокером? Ну, ты поймала рыбу, да, электрошокером? Так рыбы же не говорят. Ну, нет. Ну, что она скажет? Ну, допустим, что она говорит. Ну, это легкий очень вопрос. Да ладно. Да. Ай? Нет, знаешь, она скажет? Отпусти меня, чмо! Сам придумал? Нет. Чё ты врёшь? Нет, это я не сам придумал. Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал.